Цветная капуста в пароварке готовится в течение получаса 40 минут. Это диетическое и полезное витаминами блюдо, которое совсем не содержит жиров. Цветную капусту можно подавать в качестве гарнира. Цветная капуста на пару рекомендуется всем, кто желает качественно и вкусно питаться. В такую капусту можно добавить любимые специи, болгарский или горький перчик, другие овощи и зелень. Как приготовить цветную капусту в пароварке? Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подписавшимся, больше вкусностей. Такие продукты будут нужны. Цветная капуста, голова, 1 штука. Соль, по вкусу. Перец черный, по вкусу. Количество порций, 3-4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Люблю вас, друзья, жду снова.